Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Представьте, как вы улетаете из этой комнаты, поднимаясь все выше и выше, направляясь прочь отсюда к далеким горам. Но прежде чем вы двинетесь вперед, представьте, что вокруг вас мощный золотой покров света, окутывающий с ног до головы. Он защищает от всех внешних воздействий и дарит вам любовь, тепло, свет и силу. Если вы вспомните что-либо негативное, этот свет вас защитит. Вы в надежных руках. Итак, свободно двигаясь вперед, ощутите вокруг себя мягкие, теплые потоки воздуха. Вокруг вас белые облака, тихий, спокойный день. Солнечные лучи пробиваются сквозь них, давая вам приятное тепло. Птицы сопровождают вас в полете, охраняя ваше путешествие. Вы уже не чувствуете своего веса. Вы плывете все дальше и дальше. Вам легко дышать. Сделайте глубокий вдох, выдох. Осознавая каждый свой вдох и выдох, начинайте дышать медленнее. С каждым вдохом вы погружаетесь все глубже и глубже. А летите все дальше в будущее. Я начну считать от 7 до 1, а вы делаете вдох на каждую цифру и представляете, как двигаетесь все дальше. Время и пространство преодолеваются безо всяких усилий. 4, 3, 2, 1. Вы расслаблены. Вы чувствуете нежные мягкие потоки воздуха, потоки заботы, радости, внутреннего спокойствия. Вас влечет туда, где вы должны быть, словно все это сон. Вы приближаетесь к горам легко и свободно. Когда вы пересекаете первый хребет, то немного снижаетесь. И в долине, прямо под вами, видите великолепный луг или поляну. Это ваше место. Место вашего отдыха, позитива и творчества. Вы летите все ниже и ниже,
И вот вы замечаете, что луг окружен высокими величественными деревьями. Луг или поляна – это ваше прекрасно защищенное место. Когда вы достигаете его, то начинаете медленно облетать деревья с внешней стороны в поисках тропинки, по которой смогли бы достичь центра этого своего личного места. Через несколько секунд вы увидите эту тропинку. Она уже появляется в вашем поле зрения. Ощутите, что вы уже на ней, и ноги сами чувствуют нежный, белый, мягкий, приятный песок. Или другой, твердую, зеленую дорожку. Что вы видите? Осмотритесь по сторонам. Опишите себе, что находится вокруг вас. Какие великолепные краски вас окружают? Двигайтесь по этой тропинке в том темпе, как вам комфортно. К вашему месту отдыха, творчества и свободы. Через пару секунд вы достигнете своего места. На счет один вы окажетесь там. Три. Два. Один. Что вы видите? Опишите для себя эту полянку или луг, или место, которое в вашей голове. Что вы чувствуете? Ощутите полным телом это величественное место. Какие звуки сопровождают вас? Превосходно! Насладитесь этим великолепием. Столько, сколько вам надо. Это ваше место, комната или мастерская творчества, где вы свободный художник. Это место позитива, добра, радости, свободы и любви. Все плохое вне ее, за пределами ее границ. В нее ничего не проникает из внешнего мира, но изнутри она безгранична. Здесь вы заново рисуете свой внутренний мир. Здесь есть спокойствие, гармония, понимание, поддержка. Здесь вы полностью расслаблены. В этом месте есть все. Любой инструмент для свободного художника. Краски, кисти, карандаши или фломастеры.
Выберите свой подходящий инструмент. В этом светлом ярком мире вы можете его дорисовать, как вам нравится. Вы же его хозяин. Помните, вы разрешаете себе здесь все, но только позитивное, доброе, радостное, искреннее, душевное. Вы талантливый художник своего красочного мира. Здесь вы будете чувствовать себя как очень гармоничная личность. В этой комнате можно быть таким, каким вы давно хотели стать. Уверенным, успешным, смелым и решительным. Или спокойным, рассудительным, мудрым, добрым или терпимым. Здесь можно себе разрешить самые лучшие качества и способности на всех уровнях, о которых вы давно мечтали. Вы здесь можете быть бодры, здоровы, красиво выглядеть. Ваше тело может выглядеть иначе, чем есть в реальности. Здесь же можно все. В этом месте все подвластно. Здесь безграничные возможности. Здесь вы хозяин своей жизни, режиссер своей судьбы. В этом месте вы постепенно будете меняться в лучшую сторону. Разрешите себе здесь чувствовать себя свободным, счастливым. И ваша внутренняя суть будет петь и радоваться, будет наполняться гармонией. Теперь сосредоточьтесь на себе завтрашнем. Посмотрите внимательно на себя. Опишите, как вы выглядите? Каким вы себя видите сейчас? Что вы чувствуете? Ответьте себе. Что поменялось в лучшую сторону? Здесь мы меняемся только в позитивную сторону. Мы помним об этом. Посмотрите, как вы одеты. Здесь можно менять любые костюмы, можно придумать их самим. А ваши костюмы – это ваше поведение, ваши новые модели поведения. Фиксируйте, какие происходят изменения. Здесь комната творчества, и здесь можно все. Мы помним об этом.
Посмотрите, как вы говорите. Каков ваш гармоничный голос? Он может быть внутренним, а может быть спокойное молчание. Вы можете тут даже петь. Как он поддерживает вас? Как мотивирует на новые дела и успехи? Вам нравится? Очень хорошо. Это ваш настоящий внутренний голос, истинного и мудрого, глубинного «Я». Запомните этот голос. Посмотрите, как выглядит ваше тело. Какие жесты. Как вы гармонично двигаетесь. Посмотрите со стороны, как вы хорошо смотритесь. Возможно, вы даже выросли и стали выше. У вас распрямились плечи. Поднялась голова. Спина прямая и легко держится. Ваше тело полностью свободно. Вы уверенно смотрите в будущее. Зафиксируйте это прекрасное состояние. Дотроньтесь до любого места своей рукой. До того места, куда вы обычно дотрагиваетесь, когда вас что-то беспокоит. Вспомните это место. Дотронулись? Очень хорошо. Обратите внимание, куда смотрят ваши глаза. В новое гармоничное будущее, которое давно вас ждет и мягко приглашает. Вы рады этому приглашению. Вы давно об этом мечтали. И этот день настал. Обратите внимание на свои мысли. Они позитивны. Гармоничны вашей внутренней сути. Мысли вас поддерживают и создают позитивный мир. Дают огромные силы на создание прекрасного внутреннего мира. Посмотрите на себя со стороны. Какие новые качества вы видите в себе? Перечислите их. Вы их запомните и позже запишете. Прекрасные качества. Они вам нравятся? Очень хорошо. А что нужно сделать, чтобы эти качества воплотились в реальность? Спросите у себя будущего. Что мне надо сделать,
какие конкретные действия предпринять, чтобы это осуществилось в реальности. И сейчас вам ответит ваше мудрое «Я». Слушайте очень внимательно. Вы все запомните, а потом запишите. Ваше мудрое «Я» даст вам отличные рекомендации. Что вам нужно сделать, чтобы быть таким, как вы видите себя здесь? Усильте красками все нужные качества будущего образа «Я». Усильте настолько, насколько вам комфортно. Очень хорошо. Зафиксируйте этот образ. Если вы смотрите на образ со стороны, то войдите в него. Если вы уже там, то просто начинайте наслаждаться этим великолепным чувством гармонии, радости, счастья, свободы. Наслаждайтесь только, сколько вам нужно. Еще пару секунд. Теперь выйдите из образа, немножко встряхнитесь и посчитайте в уме арифметический пример. Любой. Например, сколько будет 7×4? Результат нам не столько важен, просто отвлекитесь на свой ум. Сосчитали? Отлично. Теперь опять войдите в свой прекрасный образ. Что вы чувствуете? Вы опять почувствуете то же состояние. Состояние гармонии, радости, счастья и свободы. Насладитесь еще раз полной грудью этим образом и состоянием. А теперь выходите из него. Как ваши ощущения? Оно прекрасно. Все хорошо.
Сейчас очень важный момент. Внимание! Раскиньте свои руки в стороны. Сделайте ладони в виде чаши. Поместите на одну руку маленький образ «Я сегодняшнего». На другую образ «Я» будущей глубины личности, которую вы сейчас увидели. Чуть позже вы их соедините и получите одну целостную личность, у которой появятся новые возможности, новые силы, новые желания, сильнейшая мотивация менять себя в лучшую сторону в реальности. Итак, вы сейчас постепенно будете сводить свои руки друг к другу по моей команде «Поехали». По мере приближения ваша маленькая личность «Я» и «Я» личность будущего будут сливаться в один образ. Они соединятся вместе и слаженно дополнят друг друга. И это будет одна гармоничная личность. Итак, поехали. Пусть руки начнут двигаться друг к другу с той скоростью, как вам комфортно. Когда руки соединятся в одно целое, через некоторое время к вам может прийти новый образ одной целостной личности «Я», выровненной и гармоничной. А может остаться тот, который вы уже видели. Этот новый образ будет проявляться постепенно, чуть позже. И когда вы его увидите, зафиксируйте, прочувствуйте. Как только он появится, дотроньтесь до центра лба рукой. Этот образ будет вас выручать в самые сложные моменты времени. Он будет вашим помощником, ментором, наставником. Он будет поддерживать в сложных ситуациях, давать нужные советы, утешать и мотивировать на победы, на движение вперед. Будет радовать, давать силы и энергию. Это огромный внутренний ресурс на все ваши последующие времена. Он будет деликатен в своих советах, потому что на все есть свобода выбора. Прислушивайтесь к своему новому образу, и вы вместе достигнете хороших результатов. Теперь этот образ всегда с вами. Это ваш самый надежный друг. Поблагодарите свой новый образ за сотрудничество и за то, что он откликнулся и помог вам. Пошлите ему мысли любви и благодарности. Очень хорошо. Полюбуйтесь еще раз красками своего укромного места, и можно возвращаться той же дорогой назад в реальность. Поскольку вы сейчас медленно, в своем темпе покидаете место творчества и возвращаетесь в реальный мир по той же дороге, как сюда и пришли, я хочу напомнить, чтобы вы помнили, этот новый удивительный мир, полный свободы, уверенности,
комфорта и любви навсегда останется с вами. Все, что вы видели, все ваши мысли, воспоминания, прозрения будут помниться и помогать вам в будущем обрести внутреннюю силу. Вы внесли в свою жизнь обновленную энергию и смысл. Эта информация закрепилась в вашем сознании надлежащим образом. С этих пор вы почувствуете себя целой личностью. Ваше глубинное «Я» полностью соединилось с вашим телесным «Я». Единое существо. И теперь вы обновленный возвращаетесь назад, в настоящее. Пока вы выходите по тем же тропинкам и путям назад, мир вокруг вас изменился. Он стал ярче, радостнее, спокойнее и гармоничнее. Он обновился, как программа на компьютере. Самая лучшая версия. Вы уже вернулись в самое начало пути к вашему прекрасному месту отдыха. И вы готовы сделать шаг в новую реальность. На счет один вы окажетесь здесь и сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. Вы вышли в новый, обновленный мир. Вы уже другой. Мир другой. А вы молодец. Я вас поздравляю.